Bakıdan göndərilən 2 tır, 40 ton un, humanitar yük Ağdam rayonu ərazisindəki Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə keçid postuna çatıb. Yəni gördüyünüz kimi artıq Qızlaypara cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri buradadır. İki tır humanitar yardım keçid üçün hazırlaşır. Bəli, artıq Bakıdan göndərilən 40 ton humanitar yük Azərbaycan ərazisindəki müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlarının Ağdamdakı keçid postuna yaxınlaşdı. Hazırda keçid üçün danışıqlar prosesi davam edir. Съемочная группа телеканала CBC продолжает отслеживать отправку гуманитарных грузов для армянского населения Карабахского региона Азербайджана. В данный момент мы находимся на территории Агдамского района, у самого въезда на территорию, где временно дислоцированы российские миротворческие силы. Не так давно, буквально пару минут назад, состоялись переговоры между российскими миротворцами и представителями азербайджанского общества «Красного полумесяца». В результате этих переговоров российские миротворцы запросили у представителей азербайджанского «Красного полумесяца» время для того, чтобы уведомить свое командование о данном вопросе. Будем следить за дальнейшим развитием событий и делиться с вами последними новостями. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.